Айзек, ты там? Прием, Айзек. О, боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура – изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? Айзек. Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видение, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Айзек! Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо! Кошмар. Что с FPS? Сообщение.
Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, 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 я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Строс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Строса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Строс. Сеанс 158. Итак... Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, 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 я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Нужен Строс. Что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал себе голову мыслями, что там. И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Говорите, всему персоналу. Приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не учение, ты, конечно. Ты чего, мужик? Пациент 4, я помню тебя. Тейнман сказал, что... Все ключевые объекты должны быть Слушай. Ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто, просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель! Ты только успокойся! Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Давай же, забирай. Мне они больше не понадобятся. Айзек, мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали.
Кларк! Айзек Кларк, это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Раньше на контрол. ФПС, я не понимаю. Ну, постапробудка не нужна. Это тоже не надо. Thank you.
Джейк, что случилось? Ты в порядке? Почему ты мне помогаешь? Если Тейтман обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. Идет эвакуация. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода 200-120. Идет эвакуация. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим выходом. Успокойся. Сейчас я тебя освобожу. Это тканевый лазер. Плазменный резак. О, черт! Блять! Блять, ты что там копаешься? Вот, сука! Помогите! Я пытаюсь! Помогите! Да, сейчас, сейчас! Расчленяй этих тварей, только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Ах!
Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Ладно. Так, где я, черт побери? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан, на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Тейдман глушит мой сигнал! Thank you.